Итак, приветствую, друзья. Всем огромнейший привет. Нахожусь я в селе Веселое. И знаете что? Сегодня покажу вам еще варианты, чтобы вы не думали, что в Сочи прям реально низкая цена на недвижимость, что все упало. Нет, на самом деле это не так. Просто я стараюсь для вас подобрать то самое лучшее, что вы можете приобрести. Вот сейчас я вам покажу дуплекс. Дуплекс, домик, да, дуплекс, который вы можете приобрести. Сразу озвучу цену. Почти 31 миллион. 30 миллионов 500. 30 миллионов 500. Рядышком еще один есть. Там цена 24,5 миллиона рублей. К чему я сюда приехал? Ну, это нормальный ценник. Это я не говорю, что цена высокая. Это нормальный, адекватный ценник. Это нормальный, адекватный ценник. Здесь 150 квадратных метров, там 120 квадратных метров. Это нормальный, адекватный ценник. Просто иногда я вам показываю те варианты, которые действительно по цене ниже рынка. Например, сегодня я вам нашел и показал дом 150 квадратных метров за 24 миллиона рублей. Со своей территорией там все хорошо, все прекрасно было сделано, даже сделано было все замечательно и так далее. Да, там земли было больше. Показал за 35 миллионов дом сегодня. Там просто дом огонь, там и бассейн, там и 200 квадратных метров, 200 плюс. Там просто огонь еще просто. Очень много чего было сделано и так далее. И я вам это нашел, я вам показал. Ну, без проблем, я все это вам показал. И вы подумаете, что там дорого. Нет, там как раз цена самая низкая, ниже рынка. Вот это, эти вот дуплексы, они по рынку. Это обычная, нормальная цена. Вот это мы сейчас смотрим с вами, 30 миллионов. Почему 30? Ну, смотрите, все ориентируются на стоимость жилого комплекса «Фрукты». Если мы посмотрим с вами жилой комплекс «Фрукты», то за эти деньги вы там можете купить не более 70 квадратных метров. 70. Здесь вы получаете в два раза больше. Правильно же? Да, две спальни. Да, не совсем то, что хотелось бы. Хотелось бы, может быть, что-то побольше и так далее. Ну, люди здесь живут. Люди здесь доделали ремонты. И давайте я покажу вам еще вариант подешевле. Это нормально. Просто если я вам говорю, что я нашел варианты реально в два раза ниже рынка, значит так оно и есть. Верьте, пожалуйста, конечно, трудно поверить в это, да? Верьте, пожалуйста, мне, риэлтору, на слово. А это по рынку, нормальный вариант. Опять же, чтобы купил я себе 70 квадратных метров в жилом комплексе «Фрукты» или вот это, наверное, вот это. Все-таки хочется, чтобы была площадь побольше и так далее. Опять же, да, вот сейчас мы с вами посмотрим 24,5 миллиона рублей, да, 24,5. Что у нас здесь получается? Здесь у нас вот эта половинка, здесь, да, территории особо нет. Машину, наверное, машину место сюда, хотя я не представляю, как они сюда будут парковаться, хрен его знает. Непонятно, в общем. Может быть, машина будет стоять за этим, не знаю, честно скажу, не могу понять, как это все это будет выглядеть. Территория, да, два дерева. Здесь рядышком у нас дом, ЖПшка многоквартирный. Давайте посмотрим. Ну, здесь 120 квадратных метров, цена 24,5. На секундочку, 50 квадратных метров в жилом комплексе, который называется у нас... кто мне скажет? В жилом комплексе, который называется у нас... жилой комплекс Москва, либо же возьмем с вами тот же самый Сочи парк и так далее. 50 квадратных метров стоят черновые, вот именно стоят... в этом бюджете. Поэтому на фоне них, конечно, 24,5 миллиона рублей, это дешево на фоне них. На фоне того, что я здесь показывал вам еще другие варианты, да, я показывал вам, здесь еще есть танхаусы, там по 4,5, там в 3 этажа и так далее. Может быть, это и есть дорого. Все у нас познается в сравнении. Но в целом, хорошая альтернатива, как бы такая большая двухкомнатная квартира и так далее. Да, кстати, я сегодня снимал сюжет, рассказывал, почему пластик хорошо, почему бывает, что алюминий не очень хорошо. Я это все, кстати, рассказал в сегодняшнем сюжете. Тоже вы сможете все это посмотреть. Ну, в целом, что хочется сказать. Нормальный вариант за эти деньги, нормальный. Но иногда есть непопулярный вариант, потому что вот это вот, я то, что сейчас вам показываю, это есть в базе у всех риэлторов. То, что я показал вам до этого, всякие дома в стиле шале, которые, это в базе ни у кого риэлторов нет. Есть только у меня. Поэтому, конечно же, в любом случае, как продаются вот эти таунхаусы? Да легко и просто.
Приезжает клиент, ему показывают реальную ценность, стоимость квартиры, например, той же самой, например, во Фруктах, там, 45 квадратметров, там, за 20 с чем-то миллионов рублей. Он говорит, блин, идите вы в жопу с такими ценами. Ему говорит, о, говорит, а у нас есть дуплекс. Посмотришь? Он говорит, посмотрю. И он приезжает, бульк, показали дуплекс, и все. И он говорит, все, я согласен. Все очень легко и просто. Я не говорю, что это комплекс не такой, нет, нормальный, нормальный. Просто если сильно захотеть, можно посмотреть лучшие варианты. Но здесь мне однозначно понравилось. Не могу сказать, что прям не понравилось. В любом случае, если бы, например, у меня там были детишки, все, выбираем между Фруктами, к примеру. Да, Фрукт это просто, да, там без разницы. Это сюда идет и жилой комплекс, который называется у нас... Сюда же у нас идет и жилой комплекс, который называется, не знаю, тот же самый, там, например, летняя резиденция и так далее. Здесь любой из них идет. Потому что брать 50 квадратных метров за 20, за 25 миллионов рублей черновую, это просто из категории абсурда, это просто из категории бреда. Вот этот дуплекс более-менее нормальный. Но опять же, да, есть, конечно же, и поинтереснее. Есть в этом бюджете дома, я сегодня показывал, за 24 миллиона рублей. Есть в этом бюджете, соответственно, если брать побольше площадь, да, здесь вот 30 миллионов, есть там за 35, да, он чуть подороже, там, блин, и бассейн, и своя территория, все зелено, все красиво, все достойно, газ и так далее. Все вот в этом мире относительно. Все относительно дорого или дешево стоит относительно чего-то и кого-то. Вот так бы так. На этом давайте с вами прощаюсь. Всем добра и пока.